В Югре обсуждают концепцию развития спорта округа. Общественное обсуждение сейчас проходит во всех городах Югры. Все желающие спортсмены и тренеры могут озвучить свои предложения. В прошлом году именно с предложения Федерации самбо началась школьная история этого вида спорта. Теперь школьники Югры занимаются самбо прямо на уроках физкультуры. Спортсмены за это время обучили преподавателей основным методикам. А еще при поддержке депспорта округа закупили необходимый инвентарь – специальные борцовские ковры. В итоге инициатива прижилась в 10 городах Югры. Пример стал показательным и для других спортсменов. Теперь они могут внести свои предложения. Накануне концепцию развития спорта округа обсудили в Сургуте. Самые интересные инициативы планируют реализовать до 2030 года. Кстати, с каждым годом югарчан, регулярно занимающихся спортом, становится все больше. Еще в 2010-м активный образ жизни предпочитали лишь 19% югарчан. В этом году это уже почти половина всех жителей региона. Нужно формировать проекты, масштабные проекты, выходить с ними как бы на населенные пункты нашего округа. Если это большой, хороший, масштабный, эффективный проект, то, конечно, и департамент спорта, и правительство автономного округа его поддержит.